Добрый день! Сегодня мы испытываем лодку с жестким трансом, моторка 290 с реечной сланью. В этот раз реечная слань у нас состоит из трех секций. Она почти что цельная, только закрывает не весь участок пола, намного удобнее. И с двигателем Yamabushi 2,6 лошадиные силы. Двигатель сделан аналог Yamaha, сделан заводской Китай, хорошее качество, гарантия на него идет 2 года. Двигатель двухтактный. Мы смешали бензин с маслом, залили уже. Сейчас двигатель проходит обкатку. Установили его на эту лодку. Сейчас покатаемся. Нету переключения передач, нету нейтрали, то есть это двигатель с центробежным сцеплением. Когда добавляем газ, начинает вращаться винт. Двигатель имеет водяное охлаждение. Расход топлива примерно 1 литр. В такой моторной лодке этот двигатель, конечно, немного слабоват. Сюда можно ставить до 6 лошадиных сил спокойно, даже девятку можно поставить. Но в следующем видео мы покажем испытание этого двигателя с лодкой с навесным трансом. Как он будет себя вести там, увидите в следующем видео.